На территории Российской Федерации насчитывается порядка 319 моногородов. Это 61 регион. Среди них есть крупные и менее населенные. Но все без исключения, отметил Алексей Балыбердин, сталкиваются с проблемой привлечения инвесторов. Об этом насущном вопросе шел разговор на заседании в Москве. Одна из проблем – это поиск инвесторов. Поиск резидентов. Как известно, чтобы организовать территорию ТСР, необходимо найти инвесторов. Мы прекрасно понимаем, что есть такие большие моногорода, как Тольятти, это самый крупный город в Российской Федерации, да, есть такие большие и крупные города, как Набережные Челны, как Нижний Тагил, в конце концов. И здесь найти резидентов, людей, которые готовы вложить сюда деньги, немного проще, чем в таких маленьких городах, как, допустим, Верхняя Тура, тоже моногород. И таких маленьких городов очень много по стране. Поэтому вот снизить порог, вот это вот вступительный порог для резидентов, это очень важная задача. Потому что сейчас самое главное для моногорода, подчеркнул народный избранник, получить статус территории опережающего социально-экономического развития, иначе говоря, ТОСР. Кроме того, управленцы муниципалитетами должны пройти специальное обучение. Глава города Сергей Носов, который находился среди присутствующих на слушаниях, предлагаемые требования уже исполнил. Руководители администрации нашего города необходимое обучение по подготовке и реализации данной программы уже прошли. Сформирован и пакет документов, прошедший согласование на региональном уровне и сейчас отправлен в профильное министерство Российской Федерации. Кроме того, на слушаниях высказан ряд предложений по корректировке приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» и совершенствованию законодательства, касающегося ТОСРов и моногородов. Говорили о том, как работает программа, какие результаты уже достигнуты, что хорошо в программе, а что плохо. И я считаю, что вот это самое главное, потому что нахваливать оно всегда много желающих. Говорили о том, как достигаются результаты, на которые направлена программа, то есть организация новых рабочих мест. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.